Здравствуйте! С вами Анатолий Тучков. Не стало известного советского поэта Евгения Евтушенко, но осталась память о нем и остались его стихи. «Нет, мне ни в чем не надо половины, мне дай все небо, землю всю положь, моря и реки, горные лавины мои, не соглашаюсь на дележ. Нет, жизнь, меня ты не завластишь частью, всю полностью, мне это по плечу. Я не хочу ни половины счастья, ни половины горя не хочу». 4 апреля в Краснодаре целый день ясно. На небе не облачко, утром плюс 5, плюс 15, днем до 21 градуса. И даже вечером от 13 до 20 градусов тепла. Ветер все время будет менять направление. Юго-западный утром 1 метр в секунду, днем западный 2 метра в секунду, вечером северный, ночью северо-восточный со скоростью 1 метр в секунду. Ласковое солнце встретит вас в Ейске, и до вечера в городе будет ясно. И если температура ранним утром составит плюс 3 градуса, то в течение нескольких часов она достигнет 14 градусов тепла, а к середине дня будет составлять уже 17 градусов со знаком плюс. Вечером температура ожидается не ниже плюс 7, а ночью плюс 5, плюс 6. Чувствуется море рядом. Кстати, температура воды в Азовском море плюс 11 градусов. Я ничего не сказал о ветре. Весь вечер будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду. И только к ночи он сменит направление на юго-восточный и станет тише до 1 метра в секунду. И в заключение я снова хочу почитать стихи Евгения Евтушенко. Сниму ботинки и босой пойду высокою травою, и маленький костер устрою за золотистую косой. И кажется, так будет вечность. Пока дышать не разучусь, я никогда с тобой не встречусь и никогда не разлучусь. Спонсор программы – строительная компания «Стройэлектросебхозмонтаж». Отличные квартиры с ремонтом. Покупай, заезжай, живи. С вами был Анатолий Тучков. Будьте здоровы, друзья!